ребята, наконец-таки моя мечта сбылась, и я позволила себе и купила термос зажируши 0,9 литров. Вот, синего цвета, сине-белый, с сумочкой, с палочками. И сейчас я его буду тестировать. Заказала я на украинском сайте Ibis 1390 гривен, но мне сделали скидку, плюс еще бесплатная доставка новой почтой. Итого мне обошелся он 1250 гривен. Сейчас я буду его открывать. Вот сумочка. Причем хорошего цвета, не будет быстро вымазываться, и не надо будет постоянно стирать. Вот серенькая сумочка. Так, это откладываем. Сам термос. Какой он красивый вообще. Боже, как он мне нравится. Он такой маленький, такой хорошенький. Ну, 9 литров, конечно. Красавчик вообще. Еще и синенький такой. Так. Открываем. Одной рукой, конечно, все неудобно. Так, один контейнер большой. Это, наверное, 350. Сколько здесь? Боже, все на японском. Ничего не понятно. Ну, короче, это самый большой. Это самый маленький. Он почему-то ложится именно под низом. Складывается. И вот, боже, не знаю, как я, конечно, сейчас это достану, покажу. Это откручивается. Одной рукой не открутить. Конечно. Вообще не откручивается так, да? Так, тогда я сейчас положу на 2 секундочки или поставлю как-то. Вот, и он получается идет с резиночкой, крышечка, резиночки. И вот половинка, которая делится еще. Ну, в общем, как-то так. Короче, сейчас мне надо его будет тестировать. Я тогда сейчас полотенце. Что я говорю? Что я говорю? Выложу тогда эту полотенце. Какое полотенце? Господи! Аня, боже, приди в себя. Выложу эту половинку. Сюда, наверное, сейчас обдам кипятком. Ой, божечки, мне страшно. Мамочки, мамочки. Все, хватит. Харе, 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 харе. О, Господи. Это же у меня мечта, понимаете? Начать путешествовать. Хоть по Украине, я не знаю. Бо у меня уже крыша едет. В этом Днепре сидеть. Ага, так оно не закрывается, только, блин, по этим крышечкам. Короче, сейчас я его обдам. Ой-ой-ой, ой, божечки, божечки, я начинаю нервничать что-то. Сейчас его обдам и вылью. Нужно надо хорошо потрусить, понимаете? Нет, это что не так, это что-то не то. Так, сейчас, секундочку, секундочку. Боже, как же оно все было у меня. Тогда вот это сейчас, наверное, я сложу. Вот так вот это сделаю. Потом вот это вот так вот. Закрою. Оп-оп.
водой. Сейчас тогда я буду уложить эти контейнеры все в термос. Вот, по очередности. Будем закрывать. И для хорошего эффекта я это дело отправлю в холодильник. Сейчас у нас 10 утра, на улице светло. Получается, в 16 месяц, прекрасная погода, время для путешествий как раз. Вот сейчас я попробую наш термос. Что я сама начинаю нервничать. Неужели 1300 гривен коту под хвост? Тьфу-тьфу. Ой, господи, тут конденсат откуда вот. Ой, слушайте, оно тепленькое. Ну, я бы не сказала, если честно, вот самое горячее, это реально самый низ. Ну, давайте попробуем. Ну, теплое просто, но оно совсем горячее. Нормально. Я считаю, даже все очень-очень хорошо. Кстати, самое маленькое, это идет, кстати, вроде как для супа. Насколько я смотрела ролики всякие, самое маленькое, это идет вроде 200 миллилитров, или сколько здесь, не помню. Вот она идет конкретно для супа. Это идет для, самая верхняя, для гарнира. Может быть, даже не только для каш, для мяса, там, такого плана, может даже для такого там, я даже не знаю, что можно туда положить, потому что она сама оказывается потом холодная, вернее, комнатная температура. Ну и здесь, вот здесь конкретно будет и каша, вот этой большой, а здесь суп, а здесь мы что-нибудь уже да придумаем, что положить ребенку. Ну, в общем, так, надеюсь, для вас это было интересное видео, поучительно, потому что я целый месяц не могла прийти к выводу, какой же мне все-таки купить термос. У всех спрашивала, сколько людей, столько мнений. Все советовали, конечно, термосы вообще ниже 500 гривен даже. Меня, конечно, это не устраивает. Тем более, если бы я покупала для себя, я бы, конечно, бы сэкономила бы деньги. Но так как покупался термос конкретно для ребенка, поэтому я решила выложиться по полной. И, в принципе, я довольна результатом. Все, всем пока, до новых встреч, ждите моих новых видео.